Не знаю, что ты уготовил мне, Гал, но надеюсь, тебе хватит достоинства. Не смей говорить о достоинстве, Юлий. Чего? Не потому, что ты носишь платье. Ты поступил нечестно, подло и расчетливо. Тебе должно быть стыдно. Ты знаешь, все эти трюки иногда не срабатывают, а иногда... А иногда не срабатывают. Теперь ты вернешься в Рим и заберешь своих граждан. Не забудь, ты должен им шикарное жилье. И запомни, что в Британии есть деревня, которая никому не покорится. Ну что ж, пришел, увидел и не победил. Подумаешь, историю всегда можно переписать. Собирайтесь, мы возвращаемся в Рим. О! Но говорят, что я упал в зелье, когда был маленьким, и поэтому мне его пить нельзя? Да, но нам всегда было любопытно.